Привет, с вами Евичет, и сегодня наконец-то вышло новое обновление в Wildcraft. От Wild Club одежда и шляпы на рысь и лошади. Пэт Скорпион. Новая карта Древний Египет. Мистические скины на рысь и лошадь. Новая мистическая одежда на волка. Как будто кольцо у Сатурна. И шляпка такая же. И новое действие. Новая одежда на лесу, крылышки. И аксессуар к ним. И новое действие. Новые мистические скины. Ледяной и огненный. И одежда с аксессуаром к ним. Одежда Wild Club на рысь. Мистические скины на лошадь. Морские коньки. И одежда к ним. Появились новые PvP-карты. А вот и эта PvP-арена. Сейчас мы посмотрим на Древний Египет. А вот и новая карта. С пирамидами. Там обитают такие животные, как верблюд, феник, павиан, гиена, кобра, каракал, нил-крокодил и босс Анубис. И в пирамиды также можно заходить. А вот и сам Анубис. И еще в статистике будет показана атака.
На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.